19 сентября в Твери пройдет Всемирный день чистоты «Сделаем». Эта акция состоится во всех регионах России и в 150 странах мира. Ее цель – очистить планету от мусора и привлечь внимание общественности к проблемам экологии и загрязнения окружающей среды. Областной центр участвует в этом мероприятии уже в третий раз. Уборка будет проводиться на 30 общественных территориях во всех районах города. Это зона отдыха «Константиновский карьер», «Мигаловская набережная», «Берега рек Волга» и «Тьмака» и так далее. При этом некоторые предприятия города, чьи сотрудники принимают участие в акции, уже в пятницу начали убирать мусор. Однако основной объем работ по очистке территорий запланирован на субботу. 19 сентября это будет большой субботник с участием большого количества предприятий, образовательных учреждений, учреждений различных форм собственности. И в связи с этим мы приглашаем жителей также принять участие в этой такой красивой и нужной людям акции. Мы приглашаем вас в наши рощи, парки и скверы. Адреса, где будут проводиться субботники и время проведения, вы можете уточнять в администрациях районов.